Всем привет, друзья! Это проект «Школа ремонтника», и сегодня я вам расскажу, как сделать съемный полог в бане. Я еще нигде не видел, чтобы кто-нибудь использовал такой способ. Но хотя, кто знает, возможно, я изобрел велосипед. Если кто-то из вас уже использует такой способ, либо уже видел его, отпишитесь в комментариях. Ну а мы поехали! Итак, вот он полог. Ничего, казалось бы, сверхъестественного. Никаких гвоздей, шурупов, саморезов и прочих крепежей не видно, поэтому никто не догадается, что этот полог он съемный. Сейчас я вам покажу. Одним движением руки он у нас снимается. И опа, вот он секрет. Использованы пластиковые клипсы от полипропиленовых труб. Вот они сами. Сейчас я вам покажу изнутри. Но расскажу сейчас пока принцип работы. Здесь у нас кусок трубы, и он просто у нас одевается. Защелкивается. Он, кстати, держит очень-очень плотно. Как это выглядит у нас изнутри? Вот такой вот кусок трубы. Длина его равна двум брусам. Одна часть у нас закреплена на две клипсы, и они у нас стянуты двумя саморезами насквозь. А здесь у нас клипса закреплена только сама. Почему здесь я не закрепил просто клипсы? Потому что если бы так сделал, при одевании этой клипсы она бы могла просто-напросто ее выдвинуть отсюда. Поэтому здесь у нас просто закреплено намертво. В этом весь секрет. И вот так это одевается. Сейчас одной рукой мне будет немного неудобно. Вот защелкнулось и все. Для чего вообще это нужно? У нас под полог может упасть кольца, листья от веников и так далее. Ну и вообще полы, естественно, нужно мыть. А здесь у нас еще идет сливной трап. Поэтому он тоже должен быть в доступе для обслуживания. На этом все, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!